Всем привет, всем опять. Все, продолжаем играть Resident Evil Outbreak File 2. Опять на YouTube, потому что у меня такая игра есть, но я не могу ее поиграть. Так, следующий у нас сценарий. Я не этого буду выбирать, это просто показываю, кого я выбираю. Ну все, хватит. Хотя ладно. Okay. Ну все. Ну после вот кого мы выбрали, вот таких вот персонажей. Итак, что я хотел еще сказать. Почему я не смогу поиграть, почему я не могу хоть на компьютер поиграть, на ПК, то есть. Потому что, памяти у меня много, я не знаю, как по-другому очистить. Я не знаю, я же не такой. Короче, вот за Джорджа... Свинку. Свинка Пеппа, вспомните. Там тоже был Джордж. Из-за Джима. Погнали. Вот они. Почему Джим похож на этого? На какого-то... Который на поезде этот, на инструктора похож почему-то. Так, сценарий, кстати, называется... как он назывался... О, цифры. Плохо. Надо пропускаем. Нафиг нужно. Андербилли. Подбили кого-то, отбили. Я не знаю, как переводится, потому что я забываю, как всегда, перевести сценарий. Ну ладно, ничего страшного. О, господи, это что, зомби? Да, это зомби. Фига он стал. Как всегда по хронологии играем. Опять выжившие, не знаю, куда они выбрались. У меня один вопрос. Почему Джим всегда с открытым ртом ходит? Прикол. Кто-то покакал. Зависли. Кто взял дневник? Все. Идем дальше. Опа, сидит. У него блокнот. Кто любит почитать, читайте. Жуки. Выжившие приехали вот из поезда, с зоопарка приехали вот сюда вот. Теперь точно их слон не достанет. Кстати, я слышал, что вместо слона уже может еще появиться лев, зомби. Тоже как будто босс финальный, я так понимаю. Не, допустим, что это я играю за двоих, это для тех, кто не смотрел предыдущей части. Почему типа? Потому что это я на ютубе смотрю. Потому что я на ютубе на самом деле смотрю, а представим, как будто я играю, вот, на самом деле. Подобрал вот сейчас вот что-то там. Подобрал газету. Русскими субтитрами вот играем. Озвучки, я напоминаю, в файле 2 и файл 2 я не нашел. Поэтому русские субтитры есть. Будем смотреть на них. Ничего страшного. Ага.
Let's do it. Что-то дует. Шучу. Я думаю, что Джим, он будет как-то это пугливый какой-то, потому что с открытым ртом. Но нет, он выглядит как настоящий негр. Так же говорит. Ого, можно так ходить даже. А поезд не собьет тебя, Джордж? Не боится. Смелый парень. О, кстати, еще вышла 3 глава Poppy Playtime, который, к сожалению, я не смогу поиграть. А если поиграю, то это, наверное, на PlayStation 4, потому что я слышал, что она вышла, но мои глаза обманули. Я Play Store не нашел этой игры. Записка опять. Пиво. Блин, Джим, быстрее, там зомби. А, чё? А, нет, опа... Ух, ё-моё! А, точно, он же любит притворяться мёртвым. В принципе, что я то же самое люблю делать. Наверное. Джордж, это ты? Он говорит. Ну, не знаю, может быть, успеем поиграть полностью, типа. Если успеем. Есть вероятность, что успеем. Я же монтировать ничего не буду. А если буду монтировать, то это будет лишняя памяти. Лишняя память. Так что постараемся как-то успеть снять вот это вот все вот. Опять там Джим что-то творит. Что вы творите? Ладно, допустим. Типа отвлекал. Ясно. А, это быстро перемотка была. Хорошо, что я попустил. Наконец-то все. Я уже забыл, что хотел сказать. Ну, типа, если буду монтировать видео, то это займет еще лишнее памяти. И поэтому мне нужно освобождать место, чтобы что-нибудь этого. Чтобы это монтирование. Закончилось. Ну, то есть, чтобы смонтировать, мне нужно освобождать память. Вот. Если не освободим память, то все, мне придется убирать либо качество, либо еще убирать место. Но у меня память, я не знаю, что еще это. Что там убирать из этого. Из моей памяти. Поэтому я пытаюсь более нормальное качество убирать. Ну, как обычно, получается плохое качество. 720p, как вы там любите назвать. А я хочу где-то 1080. Обычного типа. Ну, как получается. Нет. Ох, ё-моё, чё грызёт это на? А чё он? Это чё в него стреляет? Что? Это чё произошло? Это чё за лечение такое? Это чё было за лечение стрелять друг в друга? Это смешно. А, я хотел же пропустить. Для вас, Among Us. Начальник станции. Over there! Угу. Опять начнем станции. Прекрасно.
А, что там было написано? У меня уже пофиг. Чёрт! Куда пошел? Чёрт! Не, ну пока нормально снимать. Типа, успевайся. Успевается, всё. Спасибо, ой, извини. Извини, зомби. Не хотел тебе помешать выколоть вот дверь. Эх. My life is shit. Да. Типа, чё? Чего? А, типа пиво, типа. Или как там было? Пару пива там было, помните? Так что вот, пароль. Пиво же переводится как beer, да? Правильно? Я не понимаю. Почему же мы говорим, что его жизнь плохо? Плохой, короче. Ну, кто знает английский, тот поймет, что он сказал. Че он не любит свою жизнь и работу? Типа мне абсолютно понятен этот мир. Ты продолжил же контакт шин. Что, чем? Не важно, все, допустим. Вот опять он говорит. Швабра. Вот это же нашел. Там написано фото. Ого, оружие. Наконец-то он взял Джорджи. Все, уходим сюда, вот этот выход. Шутка. Опа! Какой переход. Опа! Опять смешной переход. Нет. Поняли шутку? Наверное. Опять. Запись какая-то, которая не вдали прочитать. Ну, написано внизу. Вентиль. Вот фига вот эти вот выжившие вот что творят. Выживают как-то. Это как так? Ладно, классические персонажи Резидентов Ивилов номерной части. Они вот могут все вот так вот. А эти вот это вот вообще лохи, но они могут выбраться из этой вот дыры. Эти вот выжившие из аутбрейков. Я офигею. Ладно, Кевин, он сможет. Так и так сможет, он же полицейский. Но остальные я не знаю, как они так умеют. Например, Синди, как она смогла выжить. Ты завес на меня, что ли, случайно или нет? Не знаю.
А, кстати, насчет воды. Мне вот кажется, что Underbelly, ну, сценарий, мне кажется, что это связано что-то с водой, ёпти, мептиль. Вот дэмит, реально дэмит. Уходи, Джим, уходи. Белый джин. А, как его в пувшин? Но это не джин, а джим. Мым. Три буквы. А, джим, это же в английской написано джим. Три буквы, а у нашей четыре. You know? Ну, пошутите, хотел. Наш отбить джина. Да, а, нет. А, нет, просто это видео так. Не важно. О, как. О, как можно либо выбрасывать, либо можно выбрасывать предметы, либо вот вместо них поставить другой предмет. И если это так, то у меня вопрос, почему тогда в других частях это не сделали? А нужно самим просто убирать. Ну, ладно, забудьте, что я говорю. Или не знаю. Так, что? Управление. Та-та-та-та. Так. Так. Да я тебя слышу, мешай. Я тут думаю. Ага. Пожалуйста. Все. Ёпти мептель, зомби. Фига он. С локтей ударил. И топтает женщину. Ну какой класс. Кому ты Фэнки там говоришь? Ладно. Джордж? Угу, они рядом здесь. Если Джим говорит тихо, значит George? Вот рядом. Стоит на бочке и открывает рот. Смешно. О! Камон! Давай! Ружье! Патронов нет. Чё? А, во, теперь патроны есть. Таблетка. Ай. А чё они друг друга стреляют? Чё он Джордж в него стреляет? Он чё, вот так лечит, что ли? Если да, то значит Джордж, он лекарь. А раз он лекарь, это значит Brawl Stars. Ну там тоже есть такие бойцы, которые лечат друг друга. Ну я имею в виду про Байрона. Ну кто знает, тот знает. Про Brawl Stars. А потому что ты. Потому что ты сам щит. Потому что ты черный. В зеркало на себя посмотри, ты сам щит. О, власти хоть. Да, камон, давай умойся. Ты щит. Джим. Ладно, без обид. Джим. Я же пошутил. Опять читать будем. Да. Проблема в туалете. Замечание, не какать. О! Хорошо. Вы взяли вентиль. Класс.
Да? My life is shit. My life is shit. Да. Крутим, крутим. Как там? Нормально, нормально. Да, скажи. Нет, не скажет, ну это хорошо. Мод молодец. Хорошо. Да, хорошо. Хороший. Хороший мальчик. Да я же просил не говорить это. Нифига. Нафига он сделал. Повернулся. Неплохо. Какая-то. Джордж, стой, ты куда пошел? Это что, маску у него там золотое что-то было? Я просто просмотрел, когда вот смотрел. Ну так быстро стоит, ладно, ничего страшного. Короче, это все. Короче, что мы пособираем, вот это все-таки надо куда-то ставить. Из винту мы уже ставили, кстати. Да. Ой-ой, зомби. Ёпти-мепти, ты кто? Фу, ты таракан большой. На. Получай. Тараканище. Большище. Исчезло. Вау. О, еще одна изолента там я вижу. Окей. Я-то думал, это какой-то носорог, но нет, это таракан какой-то большой. Прикольно. А, ой, еще один появился маленький. Наверное... Наверное, малыш таракан еще той самой. Да это не Джордж, это ты. Только зомби. Ну, стоял там зомби. Похож немножко на него. Хорошо, подзарядили ружье. И идем дальше. Можешь выбросить патроны, они тебе нафиг не нужны. Вот изоленту вместо нее возьми. Хорош. Так, опять что ли подряди... Ой. Два Джош Мара... Хорош. Ой, не-не-не, женщина, не кусать. Не кусать. Не кусать Джорджа, он хороший. Он ему справится. Все. Монетка какая-то, кстати. Эмблема, понятно. Я думал, это маска, это эмблема.
Похоже на какое-то лицо, как будто маска. Что за звуки были? А, не важно, ладно тогда. Не понял, кто смыл. Магазин для хатгана. Ну, женщина, простите, что за лес. Он случайно в женский туалет. Он больше такого не будет делать. Мужики, вы чё, что, они что, бьют, что ли? Да ну не, мне мои глаза наврали. Давай заходи. Как так его потрепали так хорошо, что уж ему плохо. Кошай травку. Опа, ой, ё. Да подождите вы, подождите, дайте ему полечиться. Давай быстрее. Отлично. Уходи. А ё-моё. Чёрт. Всё, Джим, иди его спасай. Спасёшься, спасся. Хорошо. Всё. Ну всё равно опасно. Надо бы полечиться, реально. Он, наверное, только от себя от заражения убрался. Опа, зомбаки убрались. Прекрасно. Ну. Спрей какой-то. Ого. Ладно. Это ваш брат Джордж. Ну все, хватит, скушать тебе простынку, папу. Да блин. На. Отойди. Зомбарь. Бурь. Да ёпте метели, это что за таракан такой? Еба у него. Как это называется, который. Ну, попка называется у этих тараканов. Насекомых. Это что такое? Брюшка. Так ведь называется, да? Я забыл. Сколько же она кровь выпила вот это вот. Этот таракан. Ползи. Надеюсь, там таракана не будет. Конечно, не будет. Но Джорджа реально проблема, надо его спасать. Если, конечно, потом хватит. Но это есть вероятность, что не хватит. Хватит. Потому что же Джим, он же победил таракана. И что там показали? И что там показали, что поезд поехал? Ну, просто так, наверное. Что, уже все? Да, что нам теперь делать? Ой-ой! Нет, только не тараканы! Ай! Что ж, блядь...
Кстати, мы не зря, наверное, отлили так воду. Да, Джим придется присваиваться мертвым. Чтобы его не покусали. И уворачиваться так. А как же там Джордж? Блин, Джим, быстрее добирайся уже до Джорджа. Я хочу посмотреть, что с ним. Как он там справился, как он выжил. Что случилось. А, видно, что он не торопится. Это так. Давай DVD. Ага. О. Ага. А, ладно. Джордж! Че он так сразу придет, Джордж? Вадир, с ружьем, не бойся. Джордж? О, где-то рядом, значит, Джордж. Нет. Это далеко Джордж заходит, потому что Джим же сказал так: Джордж? Значит, он где-то был рядом. Теперь Джордж закричал, то есть. Это значит не рядом. Ладно. Согласен, что за таркан? Че они прыгают? Че за насекомых? Че за вид насекомых, скажите мне? Что, он рядом хоть? Да не, уже, наверное, нет. Опа! Вот папа, чё, папа. Значит, Джордж спасен. И только наши снят, Саш. Ну, почему они так нам не показали Джорджа? Только Джим показывает и все. О, наконец-то вышли сейчас. Будем сейчас на вот это вот и посмотрим, что такое там творилось, случилось. А, вот ты как ты подумал, придумал. Не захотел уничтожать его, таракана. Хорош. Опа! А, наверное, надо пробовать приманить, наверное. У него же кровь была. Оказывается, вот кровь, разлил. Не свою, конечно же, а чью-то, наверное. Капец, сколько много тараканов. У меня один вопрос. Почему он разлил кровь какую-то? Чтобы заманить. Чтобы не мешались. Наверное, чтобы не мешались. Наверное. В данном случае тут я вижу спрей. Лечебный. Наверное. Кого орал? Кому орал? Зачем орал? Да, они вот там грызут там кровь. А где большая? Большой таракан где? Опа, наконец сейчас ставим. О, класс. Чё патроны без... Чё пушки без патронов нахожу? Монетка. Опа. А, ясно. Он еще играет Орел Решка. Хорош. Неплохо персонаж. Ха, даже не залез. О, Джорджа показали наконец-то.
Чего давно не показывали-то? Стал такой, Джим. Ох, ё! А ты что за там пошёл, там таракан появился? Фига, босс! И как он освободился, кстати, Джим?